Для поддержания охраны общественного порядка и безопасности в Ленинском районе принимаются различные меры. В частности, открывают новые участковые пункты полиции. На днях один из них начал свою работу в 5-м микрорайоне города Видное. Также такие пункты планируется открыть в сельском поселении Булатниковска и в 6-м микрорайоне. В целях безопасности в городе создадут и обширную систему видеонаблюдения. Подробности в нашем следующем репортаже. На днях в 5-м микрорайоне города Видное распахнул свои двери новый участковый пункт полиции. Пункт номер 8, расположенный по адресу Битцевский проезд, дом 17, стал вторым для города и 8-м для всего Ленинского района. Торжественное открытие, поздравительные речи гостей мероприятия и, конечно же, церемония перерезания символической ленточки, в которой приняли участие глава Ленинского района Сергей Кошман и начальник управления МВД России по Ленинскому району Владимир Антипов. Затем всех гостей пригласили осмотреть помещение. Новые условия труда – это просторные кабинеты, полностью укомплектованные мебелью и оргтехникой. Обустройство и ремонт провела компания «Сити 21 век». Оснащение всем необходимым обеспечила администрация городского поселения «Видное». Во всяком случае, уже следующий шаг к тому, чтобы во всех наших новых микрорайонах, да и уже в сложившейся жилой застройке, появлялись опорные пункты полиции повсеместно. Потому что тогда можно бороться с преступностью, когда полиция имеет соответствующие оснащенные и помещения, и имеет в наличии участковые подразделения. Открытие опорного пункта имеет большое значение для города и его жителей, особенно в связи с тем, что город расширяется, численность населения увеличивается и может возрасти количество совершаемых правонарушений. Теперь же близость сотрудников полиции к административному участку поможет сократить время реагирования и улучшить результаты работы полицейских. Сотрудники пункта номер 8 – это трое участковых уполномоченных, инспектор по делам несовершеннолетних и оперативный работник. Все они будут выполнять важные задачи. Охрана общественного порядка, рассмотрение жалоб и заявлений граждан по различным вопросам, вплоть до бытовых, охрана имущества граждан, включая личное имущество, транспортных средств. То есть перечень задач очень обширный, он определен законом полиции. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, выявлением преступлений против несовершеннолетних и их профилактикой будет заниматься инспектор Юлия Ларина. Здесь имеется все необходимое для нормальной службы. Имеется оборудование, столы, мебель. Здесь комфортно и удобно будет работать с гражданами, ближе к ним, быстрее можем реагировать на правонарушения. Конечно, застройка микрорайона Радужного продолжится, но сотрудники уверили нас, что такого количества полицейских достаточно для поддержания здесь правопорядка. Участковые уполномоченные будут выполнять свою работу в две смены – с 9 до 18 и с 15 до 23 часов. Так что жизнь горожан станет намного комфортнее и безопаснее. Лариса Вольнова, Константин Брылов, Наталья Буслаева, Видное ТВ.